Несколько часов назад 38 грузовиков с гуманитарной помощью Рината Ахметова приехали из Днепропетровска в Мариуполь. 500 тонн продуктов волонтеры разделят на продуктовые наборы, после чего отправят их в зону гуманитарной катастрофы. В этот раз география рейса расширилась. Впервые помощь Рината Ахметова получат жители Комсомольского. Также помощь отправится в Старобешево, Докучаевск, Снежное, Комсомольск, Мироновку. В Луганской области продуктовые наборы доставят в Ровеньки и Краснодон. Большая часть помощи прибудет в Донецк. По данным гуманитарной карты штаба «Поможем», более 40% жителей просят привезти именно еду. За 2 месяца гуманитарным рейсом Рината Ахметова было доставлено более 800 тысяч продуктовых наборов. Общее количество продуктовых наборов – 55 тысяч. В наборах мы ничего не меняли, состав остается тот же. Это продукты первой необходимости, пищевые.